Команда российских путешественников отправилась покорять Арктику. Молодежная экспедиция на лыжах к Северному полюсу вылетела из аэропорта Шереметьево. Вместе с опытными путешественниками Матвеем Шпаро и Борисом Смолиным, а также министром образования Дмитрием Ливановым, в Арктику отправилась группа из 7 школьников. Это призеры Всероссийской Олимпиады. На полюсе команда проведет больше 2 недель. Подросткам предстоит выполнить почетную миссию, поднять на полюсе флаги своих регионов и оставить там герметичную капсулу с посланием в будущее.